Хей, гайс, мишмики, мы продолжаем проводить игру под названием Вупа. Погнали. В прошлой серии мы убили какую-то каменного здоровяка. Теперь мы вышли, получается, с туннеля и поднимаемся куда-то вверх. Мы сделали это, прохвост. Справа отсюда должен быть дом Вупов. А слева находится железнодорожная станция. Прохвост, ты, вероятно, жаждешь добраться до чудо-пленок, но я предлагаю сначала вернуться в твою комнату обратно в доме Вумов. Тебе нужен дом, не так ли? Ладно, полетели. Привет, добро пожаловать в Оксидос. Купить, продать, неважно, купить. Взгляни на мои товары. Ну, давай. Цветные пузыри. Ну, короче, это хавчик, как я понимаю. 17. Короче, по 17 стоит. Это хавчик, хавчик, хавчик. Боевой жвачный пистолет. Всем, что это серьезно, настоящий набой. Жвачган Дескевел. Жвачган Дескевел. Тебе нужно автомат, чтобы использовать этот предмет. Автомет. Тебе нужен автомет, чтобы... Тебе нужен автомет, тебе нужен автомет. Одежда блюсера. Я никогда не поручали, но можно почувствовать себя настоящим блюсером. Высоковольтное оружие. А ну-ка. Тебе нужен... Это мед. Попу. И быстро стало незаконно. Боевой жвачный пистолет. Ну давай. Да. Теперь посмотрим, как он вообще действует. Боевой жвачный пистолет. Жвач-ган. Скорострельное оружие, которое... А, типа я... Стал типа просто ганстером? Ладно. Вам хаос. Дом Вумов. Вот. Это ты? Не думай, что я тебя узнал. Ты тот Вум, который устроил большой срач в коридоре. Как я уже говорил, тебе здесь больше не рады. Ну, пожалуйста. Ты хочешь что-то сделать для меня? Хорошо, давай начнем с уборки того срача, который ты устроил. Ты уберешь беспорядок, который устроил наверху, и тогда я дам тебе комнату на втором... на два дня. Но я по-прежнему хочу, чтобы ты убрался отсюда как... Так что у тебя есть два дня, чтобы придумать, куда пойдешь дальше. Да, Вум. Три дня. Не спи твою удачу со мной, Вум. Два дня, не больше. Теперь да... подавай сюда, и я дам тебе свой чистящий ключ. Тебе реально повезло, что сейчас у тебя есть один из них. Он облегчит твою работу. Это костюм Бреф 2000, используется для уборки. Просто подходишь к пятнам, которые сделал, и кликаешь, чтобы стереть их. Из него выпадают специальные гранулы, которые полагают так пятна. После того, как пятна исчезнут, необходимо съесть останки гранул, чтобы избавиться от них навсегда. Ты понял? Да?
Этот этаж я уже убирал, так что тебе осталось убрать только четвертый. Пошли. Так, окейшки. Подожди, это мне дается вода или не дается? А, да, смотрите, она немножко накапливается, водичка. Неплохо. Но бэт. Что происходит? Значит, этаж. У этого Вума там неотложные дела. Хорошо. Поехали. Блин, я бы... Я не перестаю думать о том, что новый повар создает там монстра. Постоянно слышу какие-то странные звуки, доносящиеся оттуда. Так, наверное, схожу-ка я сюда пока что. Ты еще не закончил? Прежде чем убедишься, что все чисто. Окей, так, восьмерочка, да? Ну, это типа другие жильцы, да, все-таки? Хорошо, думаю, теперь все чисто. Могу ли я остаться? Нет. Но, как и обещал, я дам тебе немного времени. Иди за мной. Ты сможешь остаться в этой комнате. Но помни, что у тебя осталось только 2 дня. После этого ты уйдешь. Поэтому определяй, куда я пойдешь дальше. Ты понял меня? Ты больше здесь жить не будешь. Да, понял. Вот и хорошо. Фух. Рад, что все закончилось. Не мог смотреть, как ты это делаешь. Про хвост. Итак, нам нужно найти новый дом. Тогда лучше начинать искать варианты. Я уверен, что некоторые вуммы здесь могут помочь тебе. Воу! Ты напугал меня. Не думал, что кто-нибудь найдет здесь мою секретную комнату. Привет, я твой новый сосед. Не ожидал увидеть здесь кого-нибудь. О, хе-хе, привет, сосед. Меня зовут Брам, и я живу в этой куче коробок, потому что Карла выгнал меня. Меня тоже выгнали. О, Вум, это не круто. Что ты сделал? Я накапал мороженое по всему дому Вумов. А, неудивительно. Единственная вещь, которую Карла не любит, это уборка. Он ненавидит ее так сильно, что даже 5-й этаж недоступен, потому что там слишком много пыли. Ты можешь в это поверить? Позор, это ведь самая большая комната в доме Вумов, и я бы с удовольствием сделал там что-нибудь классное. Эй, не мог бы ты мне помочь претендовать на эту комнату? Конечно, я помогу. Отлично, спасибо. Итак, на 5-й этаж невозможно подняться из-за пыли, так что придется искать другой способ попасть туда. Но я уверен, что ты разберешься. Ой, и кстати, ты похож на Вума, который постоянно сталкивается с неприятностями, так что, возможно, тебе это пригодится.
чё это? Что происходит? Ты уже избавился от пыли на 5-м этаже? О, да ладно, Вум, ты справишься. Все, что тебе нужно сделать, это найти другой путь туда. Просто смотри внимательно. Гранатомет для использования мощных зарядов. Так. Пускай, ну, это будет тогда на 4-ке. Походу он хавает мою еду. Я думал, он мне откроет двери. На какой этаж отправляемся? А давай начнем с первого. Хорошо. Мне нужен отпуск. Понимаю. Помогите, помогите, помогите! Он у нас живой! Помогите! Ну, пойдемте разберемся, что там. Помогите! Это босс? Чё я туплю? А, я не могу сюда забраться. Так, подожди. 4, 5. О, неплохо. Я не понимаю, куда мне вообще стрелять? А, в печку, когда она открыта, все понял. Хе-хе.
Так, ладно. О, так у него еще же хп не осталось. Вау, кажется, у тебя довольно насыщенная жизнь, прохвост. Кстати, как ты думаешь, труба на потолке может привести нас куда-нибудь? Без понятия. Нам придется это дело убрать. А, оно само исчезает. О, пузырьки создает. Ты сделал это? Теперь мы сможем вернуться на кухню. Но на самом деле и здесь довольно мило. Пока побуду здесь. Так, я на втором этаже, да? Чё это у меня такое? Подожди. А, вишни. А, то есть просто так я не могу залезть в эти трубы. А-а-а. Ну ладненько. Лобби. Нужно будет сейчас ходить фильмы посмотреть. То, что мне их на самом деле довольно много. Иногда кажется, что время идет быстрее, когда ты просто отдыхаешь здесь. Ты должен взять часы, чтобы увидеть, о чем я говорю. Мне немного скучно. Мне прикольно было с тобой, но сорян, у меня походу скоро выгонят из дома. Потом надо, так сказать, время зря не тратить. Я бы очень хотел посетить поезд когда-нибудь. Кто ты? Я Вилли. Я Вум, который обслуживает Корлеон. Наверху в Думах. Однако из-за проблем с пылью на пятом этаже, я не могу туда подняться. В последнее время я много смотрю телевизор. И немного пристрастился к шоу Вилли. Это потрясающая викторина, в которой... Вумен задают тяжелые вопросы. Если они дают правильный ответ, у них и появляется шанс выиграть всевозможный приз. Вероятно, это одна из тех странных, на которых становится пояс. Я действительно хочу туда. На Карелион? Звучит потрясающе. Да, это единственная проблема. Если я уеду, чтобы посетить Шоу Вилли или любое другое место, я не смогу поддерживать Корлеон. Что вот улетать, я не понимаю. Я могу помочь. Ты хочешь сказать, что можешь взять на себя обслуживание? Так, чтобы я смог покинуть это место? Это было бы не идеально.
Научить тебя, что и как делать, займет много дней тяжелой работы. За исключением, если, конечно, ты уже знаешь все, что тебе для этого нужно. Но это требует викторины. Найдем же мне в секретную комнату для проведения викторины. А, пойдем в мою. Следуй за мной. Хм. Слушайте, я так подумал. Давайте, наверное, мы с вами сейчас на вот этом вот моменте закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Да я, может, быстренько и закончил. Но. Мы убили босса, значит, мы заканчиваем серию. Поэтому всем пока.